Через неделю у школьников начинаются каникулы. Инспекторы ГИМС обращают особое внимание родителей и педагогов на вопросы безопасности. Только за минувшую неделю сотрудники МЧС посетили десятки школ и детсадов республики, напоминая ребятам, что игры на льду недопустимы. Быть осторожнее советуют и рыбакам. Сейчас небезопасно в районе старого русла реки Енисей, на реке Абакан по всей длине и на Калининском карьере в месте впадения реки Ташиба.